данном автомобиле как бы условно находится два пострадавших. И чтобы как можно безопаснее извлечь их из данного автомобиля, отрабатывают все приемы. Условия соревнований таковы, что действительно надо разбить все стекла и устранить все двери, в том числе и крышу. Условное ДТП таково, что двери невозможно открыть, вот, чтобы извлечь пострадавших. Здесь прежде всего отрабатывается алгоритм оказания помощи. На самом деле на реальных дорожно-транспортных происшествиях мы можем не увидеть и стекла, они, как правило, уже разбиты. Автомобиль очень сильно покорежен, в реальной жизни все гораздо сложнее. Но ребята, участвующие в данном соревновании, будут точно знать алгоритм и правильность выполнения, и последовательность выполнения своих действий.